ждешь, тебя переключают, песенки поют. Час проходит, связь сбрасывается, и еще полчаса ждешь, там, пока ответят. Было пару случаев, когда мне говорили, что мы перезвоним. Через 30-40 минут нет звонка, через час-два нет звонка, приходится повторно звонить. Да там роботы сплошные. Пока эти циферки набирал, чуть ипотеку не оформил. Когда они могут мне помочь, отмазываются как призывники. Минут 40 на холде были, потом они еще там что-то разбирались. Ну, в итоге часа полтора где-то они нам отвечали. Когда дозвонился, я реально прозрел. Звоню, жду час, жду два. Служба не отвечает. Достали просто. У меня были нестандартные проблемы. То есть стандартные проблемы они, конечно же, с радостью решат. А чтобы нестандартную проблему решить, да, вот которые вот, он начинает закрываться, бояться. Я в детстве в футбол играл. И они сейчас меня футболят, как тот мячик.